Всем здорово, пацаны, с вами я. Мы продолжаем играть на сервере с Мотораем Та номер 3, все как всегда, третий сервер. И сегодня у нас более разговорный ролик от безысходности, можно так сказать. Так что присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Итак, парень, давайте сперва то, что я хочу начать, это попередавать приветики таким игрокам, как Монах. Извиняюсь, конечно, мы его посадили, только что видел, на 3 дня. Это ролик записываю в воскресенье, в тюрьму, и 3 дня мута. Такое не повезло пацану. Он мне подарил чайник, сейчас я его покажу вам. Вот пацан бегал. Вот, короче, этот чайник на номере War 09098. Он мне его подарил, кстати, после конкурса. Тачки из конкурса я отдал, но про это позже поговорим. Также привет игроку Хостов. Он меня просил передать стилу за чиповку дрифтовую. И также игроку, да, Монах, он, подожди, нет, извиняюсь. Флексик подарил мне вот этот чайник, а Монах подарил мне окушку. Ну как ее, он мне подарил видос? Да, Хач, привет тебе тоже. Он не подарил, а просто стоял возле БУ на моем любимом месте. И он приезжает, и окушку хочет слить, и такой типа... Я пишу, почем? Он такой, подарить? Он, я такой, ну давай. И он, короче, поехал, мне подарил данную окушку. Если сейчас скриншотик вы видите на экране. А вот, вот Флексик мне подарил вот чайник. Я поставил дрифт-чиповку стила, я вообще на нем катаю. Прям спасибо тебе большое. Вот, короче, мой весь автопарк. Еще Нива на номере, тачка из Реала и просто тачка мечты. Итак, из-за чего я данный ролик снимаю, от безысходности, можно так сказать. Потому что тачки я отдал, вот смотрите, у меня всего лишь одно место свободное, но я могу считать и Ниву поменять на номер. Вернее, номер переставить, Ниву продать, это одно место будет. А кушку, возможно, могу слить. Ну, чайник не особо хочется. Ну, если давайте представим, что я его солью, это у меня будет три свободных места, да? Не, четыре. И вот я, и у меня всего лишь 13 миллионов. Я вот думаю, что купить. Вот просто вот безысходность. Но, как вы знаете, на первом сервере у меня была... Может, вы не знаете, просто на первом сервере у меня мало подписчиков было. Была серия ООА на 98-м регионе, серия номеров. На первом сервере тогда вообще ее никто не юзал, вообще никто не слышал. И после того, как меня забанили на первом сервере, я пришел играть на третий сервер. И так как у меня денег не было, не хотел заводить вообще коллекцию, и вообще ОА я не хотел, так он мне будет ассоциироваться с плохим. Но я бы ее, если бы даже хотел завести, я уже ее не заведу, потому что сейчас очень популярна стала серия ОА. И я говорю, типа, моя типа серия, они говорят, типа, а с чего ты это взял? Тупо, они не знают, можно сказать, что это я ее придумал. Я вообще перед этим не видел, чтобы кто-то ездил на ООА на первом сервере. А я ее сейчас еще создал тогда, когда еще третий сервер не открылся даже. Вы можете посмотреть там ролики, сейчас скриншоты влеплю. Вот. А, думал, у меня на первом сервере еще была идейка создать номер на ОМР на 98-м регионе. Это правительство Санкт-Петербурга, да? Но из-за того, что на первом сервере было все свободно в то время, сейчас я прихожу на третий, ОМР на 98-м заняты, и вчера хотел, может, АМА на 98-м. Вчера были свободны, сегодня захожу, уже номер занят, 001. Вы сейчас можете сказать, да блин, что тут такое, выкупишь номера, ну блин, смысл, это очень много денег, я хочу купить какой-то... Номер, что он посмотрел на него сразу, это номер Эвена, это его точно номер. И чтобы они были все в ГОСе, чтобы я ничего не морочил голову, типа, где найти 005, 009, как это там, другие ютуберы, которых есть своя серия номеров, делают. И вот такой, вот безысходности. Так что, пожалуйста, напишите в комментарии свою серию номеров, которые бы вы хотели видеть на моих автомобилях. И вот мне интересно, вы хотите... Русские видеть номера или украинские? Вот. Русские или украинские. Я могу на украинский сделать как АВ0001 АХ, или же АВ там 5777 АХ. Вот такой, типа как на БМВ. Ну, украинский это такой, мне более русские нравятся номера. Но украинские тоже не четкие. Вот.
Это первое. Так что напишите свои комментарии, пожалуйста, просто номера русские. Я люблю 98 и 777 регион более. Это мои самые любимые регионы. Ну, возможно, еще другие можно. Я посмотрю, есть ли все в гости или нет. Вторая тема, о чем я сегодня хотел поговорить, это видосы с вебкой. Как вы вообще думаете о том, чтобы я снимал с вебкой? Это, короче, я, как вы знаете, вебки еще нету, но я просто могу ставить свой телефон и снимать типа на камеру, как это делал Ковалевский раньше. И просто потом подставлять, и будет нормально. Это, об этом тоже напишите в комментарии, нормально с вебкой будет или нет. Вот. Также напишите, какие тачки вы хотели, чтобы я купил, и т.д. и т.п. Ну, такой краткий, короче, видос, может, я потом что-то еще добавлю. Ну, ждите видео. А, извиняюсь, конечно, за то, что не было так долго серии, я был, можно так сказать, в отпуске. И, короче, сейчас будем пилить для вас контентчик. Ну, наставьте лайкос, подписывайтесь на канал, пишите обязательно комментарии, все читаю, все лайкаю. С вами был Лэн, всем удачи, пацаны, и всем пока.